Уважаемые друзья, коллеги, ежегодно по установившейся традиции с 5 по 26 число сентября месяца проводится Всероссийский субботник «Зеленая Россия». В этом году это мероприятие посвящено 75-летию победы в Великой Отечественной войне, а также 30-летию годовщины создания МЧС России. Сегодня мы на территории Юго-Восточного округа проведем соответствующее мероприятие с целью навести порядок. Это Аллея Славы Юго-Восточного округа. А также пройдемся по местам отдыха, по водоемам, посмотрим территорию, уберем мусор, наведем порядок соответствующий. В нашем мероприятии сегодня принимают участие подразделения и сотрудники МЧС России, пожарные, кадеты, органы исполнительной власти, управа района Кузьминки, ГБУ «Жилищник», пожарно-спасательное подразделение добровольной охраны парка Кузьминки-Люблино. И все желающие принять участие в нашем мероприятии могут поучаствовать. Прошу разойтись по местам, определенным для наведения порядка. Я вот косо косил трипер. Нет, я вот тут таргин косил. Спасибо большое. Гриша, от грабли грабли, давай. Жигули в мороз также заводится. Не поминайте их. По-моему, не так бывает. Давай я воду выпью. О, давай большой пакет. Угу. Так, дальше. Лена, Лена!
непосредственно внутри подарка. Там дом, да? Я потеряла.